Ярослав услышал об этом, увидел на резонансе в интернете при поиске. Пришел, увидел лектора, организатора. Впечатление было обманным. 15-20 минут практики просто сразу же ввели в ступор, что казалось, вначале нужна огромная какая-то подготовка для того, чтобы получить результат, увидеть действительно биополе человека. Но когда ты видишь это через 15 минут и не можешь это отрицать, ты просто смиряешься с тем, что ты что-то забыл. Есть такая хорошая фраза: все новое — это хорошо забытое старое. Вот она этого процесса касается в полной мере. В детстве, наверное, мы все этим обладали и умели делать легко. Потом это все притупилось, и вот наш тренер и организатор досконально показали упражнения, которыми можно свой природный навык восстановить минимум. Ну а сейчас дальше остается только укреплять. Мне это все понравилось, поэтому я купил материалы, которые сопутствуют этому тренингу. И думаю, не на одну еще повторную лекцию для того, чтобы в групповом составе проработать свои навыки, посещу. Спасибо Петру and Петру. Ребят, отрицательного опыта не бывает, присоединяйтесь. Это минимум заставит вас под другим углом посмотреть на все, что мы делаем, и понимать, кто на каком месте действительно в мире находится. Все, спасибо. Это можно использовать каждый день. Это важно.